При слове «молос» обычно представляешь себе большую сторожевую собаку весом под 60 килограммов, с могучими челюстями, свирепым взглядом и внушительным ростом. Однако существует и мини-молос, мало чем уступающий своим крупным собратьям по части мускулатуры и храбрости, но имеющие значительно меньшие размеры. Речь идет о славных и симпатичных комнатных собаках. Наиболее распространенные три мини-молоса – это шарпей и мопс восточного происхождения, а также французский бульдог, имеющий европейские корни. Они идеально подходят тем, кто любит молоса, но не может держать у себя большую собаку. Эти карликовые гиганты не забывают своего древнего происхождения и при случае могут проявить нахальство и храбрость льва. При этом они добры с хозяином, какими и полагается быть собакам, в течение столетий жившим бок о бок с человеком и сегодня спящим вместе с ним на диване. Шарпей. Шарпей в переводе с китайского означает «собака с песочной шкурой». Тому, кто не знаком с этой породой, это необычное название может показаться лишенным смысла, однако достаточно однажды увидеть шарпея, чтобы все сразу стало ясно. Без сомнения, это одна из самых необычных собак, чья морщинистая шкура ставит человека перед альтернативой – либо полюбить шарпея с первого взгляда, либо принять его за монстра, за насмешку природы. Морщинистая кожа является отличительным признаком этой породы, известной с древнейших времен, с эпохи империи Хань или с 206 года до нашей эры. Именно этим периодом датируется статуэтка шарпея, хранящаяся в Музее восточных искусств Сан-Франциско и названная собакой из китайских гробниц. В 1978 году шарпей добился сомнительной привилегии войти в Книгу рекордов Гиннесса как самая редкая собака в мире. И именно этот факт, скорее всего, стал причиной интереса к этой породе, вспыхнувшего сначала в США, а затем и во всем остальном мире. Начиная с 80-х годов, этот интерес растет постоянно. И сегодня шарпей-мания захлестнула Европу, где щенки этой породы пользуются спросом, несмотря на большую цену. Шарпей отличается компактным и плотным телосложением. Он твердо стоит на земле в позе, типичной для бойцового пса. Череп плоский и широкий, довольно крупный в пропорции к туловищу. Лобные доли выражены слабо. Лоб и область глаз покрывает множество морщин, которые к низу становятся толще и образуют подгрудок. Морда длинная и широкая. Носовой ствол умеренной длины и одинаковой ширины на всем своем протяжении, что придает собаке сходство с бегемотом. Мочка носа черная и крупная, более светлая при кремовой, каштановой или бежевой масти. Глаза темные, маленькие, миндалевидные, глубоко западающие. Эти характеристики, вкупе с морщинами, покрывающими лоб, придают собаке свирепый вид. Зубы крепкие и ровные. Резцы могут иметь ножницеобразный или клещеобразный прикус. Чуть изогнутые клыки увеличивают силу хватки. Язык и небо черные. Десны тоже должны быть черными. Уши маленькие и плотные, в форме равнобедренного треугольника. Расположены очень высоко, выше уровня глаз и поданы вперед. Шея мощная, с обильным подгрудком. Грудь широкая и глубокая, спина короткая. Позвоночник слегка приподнимается, начиная от холки. Плечи передних конечностей наклонные и мускулистые. Сами конечности прямые, умеренной длины с крепким костяком. Задние конечности крепкие и мускулистые. Щиколотки достаточно открытые и хорошо выраженные. Между бедром и щиколоткой лапа прямая. Ступни короткие и подобранные, суставы выступающие и высокие. Хвост толстый и округлый у основания, сужается к кончику. Допускаются три положения хвоста. Наиболее ценится, когда он расположен высоко и свернут в колечко. Второй тип хвоста представляет собой разомкнутое кольцо. В третьем случае хвост загнут над спиной, но не должен ее касаться. Такое положение хвоста наиболее игриво и выразительно. Но в любом случае хвост всегда должен быть поднят высоко и не закрывать анальной области. Шерсть должна быть как короткой, так и длинной, до 2 сантиметров, но ни в коем случае не должна быть мягкой.
Допускаются все цвета, от черного до белого, в том числе рыжий, красный, шоколадный, абрикосовый или кремовый. Высота в холке составляет от 40 до 51 сантиметра. Вес, согласно гонконгскому стандарту, должен составлять от 18 до 23 килограммов. Согласно американскому, от 16 до 25. Хотя в наши дни шарпей известен как комнатная собака, он не забыл свое бойцовское прошлое и может решительно реагировать на агрессивное поведение посторонних. Во всем остальном, это добрая и уравновешенная собака, исключительно привязанная к хозяину, но без лишней слащавости. Морщина на голове придает ей насупленный и суровый вид, хотя в действительности это очень миролюбивая собака, особенно сегодня, когда ее не принуждают к кровавым схваткам и не подают на стол в качестве мясного блюда, что, к сожалению, случалось в наиболее драматичные моменты ее истории. Шарпеи, особенно в детстве, любят играть и легко усваивают простейшие команды, редко проявляя упрямство. Абсолютно неподдающимся шарпей может стать лишь в случае плохих отношений с хозяином. К сожалению, многие приобретают шарпея только из-за его необычной внешности, видя в нем своего рода символ статуса, а не спутника жизни. И хотя такие люди не жалеют сил для ухода за его внешним видом, они не дарят ему любви и тепла. Это очень серьезная ошибка, поскольку шарпей – очень чувствительная собака, которая нуждается в постоянном контакте с человеком. При тесных отношениях с хозяином шарпей становится его надежным защитником, хотя никогда не проявляет излишней агрессивности. С незнакомым человеком он ведет себя сдержанно, но, убедившись в отсутствии плохих намерений, охотно дарит ему свою дружбу. С детьми играют только щенки и молодые собаки. В дальнейшем чувство собственного достоинства не позволяет шарпею делать из себя шута, и он начинает вести себя с детьми, как терпеливая и внимательная няня с повадками сторожевого пса. По-настоящему агрессивным шарпей становится крайне редко. В основном тогда, когда ему кажется, что вверенным его попечению детям угрожает опасность. Если маленькие мучители дергают его за хвост или уши, он предпочитает с достоинством удалиться. Тем не менее, родители должны следить за тем, чтобы дети не слишком докучали собаке. В отношениях с другими животными шарпей, несмотря на свое бойцовское прошлое, ведет себя довольно дружелюбно. Он быстро привыкает рассматривать кошек, кур и других мелких домашних животных как табу и охотно играет с другими собаками, если только те не провоцируют его агрессивным поведением. Боевой инстинкт проявляется у него сегодня во время игры и выражается в шуточной борьбе, типичной для данной породы. Стиль этой борьбы передается из поколения в поколение в виде приемов, которым родители с типично восточной мудростью обучают своих щенков. Жизнь шарпея наконец-то стала легкой и приятной, но это не значит, что в ней не бывает проблем. К сожалению, у шарпея часто возникают проблемы со здоровьем. Наиболее уязвимыми местами при этом являются уши и глаза. Определенное беспокойство может причинять и шкура, особенно при чрезмерной ее морщинистости. Когда морщин слишком много, в них могут заводиться микроорганизмы и грибки. У собак с нормальным количеством морщин таких проблем не возникает. Глаза нуждаются в ежедневном уходе. У собак этой породы часто происходит заворачивание век внутрь, ввиду чего на 15-20 дне жизни щенкам, как правило, делается операция. Этого вмешательства вполне достаточно, чтобы избежать проблем с веками, но регулярно проверять глаза, тем не менее, необходимо и в дальнейшем. Каждые 15-20 дней рекомендуется прочищать собаке уши, пользуясь для этого ватным тампоном. Эту процедуру следует выполнять с большой осторожностью, чтобы не повредить внутреннее ухо. Названных гигиенических мер вполне достаточно, чтобы собака была в добром здравии. За исключением вышеупомянутых моментов, шарпей отличается отменным здоровьем и почти не болеет. Что касается физических упражнений, то данная порода не слишком в них нуждается и прекрасно себя чувствует в условиях городской квартиры.
Тем не менее, для поддержания мышц в хорошем состоянии и предотвращения ожирения собаки, что может пагубно отразиться на ее здоровье, необходимо ежедневно совершать продолжительные прогулки и давать ей побегать без поводка. В летний сезон такие прогулки лучше совершать в утренние или вечерние часы, поскольку шарпей, подобно всем малосоидам, плохо переносит зной. Мопс. Когда и при каких обстоятельствах появилась эта порода, до сих пор остается загадкой. Далекие предки мопса, скорее всего, жили в Китае или Японии, однако на этот счет не существует никаких письменных свидетельств. Судя по произведениям искусства, вазам и керамическим изделиям с изображением мопса, этих собак очень любили китайские мандарины. Эти знатные особы носили их у себя на плече или на руках. Относительно недавняя история мопса достаточно хорошо известна. Из Китая эта порода попала в Африку, а оттуда в Голландию, где получила распространение в конце 18 века. В те времена африканский мыс Доброй Надежды был голландским доминионом. В Голландии мопсы стали очень популярны, и сегодня их любят и разводят в этой стране. Однако наилучшие результаты принесло разведение мопсов в Англии, где их качества улучшены и окончательно закреплены. Так что сегодня эта собака считается во всех отношениях английской. Несмотря на определенные улучшения, достигнутые в ходе селекции, можно сказать, что за столетия своего существования порода практически не изменилась. Мопсы, которых мы видим в работах средневековых воятелей и на произведениях живописи 17-18 веков, во всем напоминают сегодняшних. История этой породы богата различными анекдотами, в том числе о ссорах, возникавших между Наполеоном и его супругой Жозефиной, которая ложилась в кровать со своими любимыми мопсами, в то время как император их ненавидел. Внешне мопс производит впечатление крепко сбитого, коренастого пса с мощным телосложением и компактной мускулатурой. Голова крупная, округлая, кверху не сужается, черепная складка отсутствует. Морда короткая, без острых углов, правильной формы, кверху не загибается. На морде отчетливо выражены морщины. Глаза темные, очень большие, шарообразные. Взгляд кроткий и как бы просящий. Когда собака возбуждена, ее глаза, и без того блестящие, вспыхивают огнем. Уши тонкие, маленькие, мягкие, как бархат. Они бывают двух разновидностей. Розеткой, то есть очень маленькие, загнутые назад, благодаря чему видна внутренняя спираль. И кнопкой, то есть загнутыми вперед мочками и прилегающими к черепу кончиками, в результате чего внутренний канал не виден. Предпочтение отдается второй из названных разновидностей. Для мопса характерна такая аномалия прикуса, как прогнатия. Сдвиг нижней челюсти, в результате которого обнаружается зуб и язык, считается серьезным дефектом. Нижняя челюсть должна быть широкой, резцы располагаться почти по прямой линии. Шея слегка загнута в дугу, имеет гриву, крепкая, массивная, но при этом достаточно длинная, чтобы обеспечивать горделивую посадку головы. Передние конечности очень мощные, прямые, умеренной длины, хорошо скрыты под туловищем. Плечи поставлены косо. Задние конечности мощные, умеренной длины, с очень жирными бедрами. При осмотре сзади выглядят прямыми и параллельными. Лапы не должны быть ни слишком длинными, как у зайца, ни слишком округлыми, как у кошки. Пальцы должны быть хорошо ограничены друг от друга и иметь черные когти. Короткое приземистое туловище отличается хорошо развитой грудью и мощными ребрами. Внешний профиль спины должен быть горизонтальным, без впадин и выпуклостей. Хвост расположен высоко и должен как можно плотнее прилегать к спине. Желательно, чтобы он сворачивался в двойное кольцо. Шерстный покров тонкий, гладкий, мягкий, короткий и блестящий, но не жесткий и не грубый. Масть может быть серебристой, абрикосовой, рыжей или черной. При этом любой из этих цветов должен быть хорошо выражен, образуя четкий контраст со следом или черной полоской, что тянется от затылка до хвоста, и маской. Пятна должны иметь отчетливые границы. Морда или маска, уши, пятнышки на щеках, метка в виде ромба на лбу и след на спине должны быть черными.
Походка характеризуется легким вилянием задней части корпуса. При взгляде спереди собака во время ходьбы приподнимается и опускается. При этом конечности не выпирают за линию лопаток. Лапы должны быть обращены вперед, ни в коем случае не назад и не наружу. При взгляде сзади движение собаки выглядит столь же размеренным. Передние конечности должны иметь хорошее растяжение, большую гибкость. Стандартные размеры мопса выражаются в килограммах. Идеальный вес составляет от 6,3 до 8,1 килограмма. Благодаря короткой шерсти мопса за ним очень легко ухаживать. Чтобы шерсть сохраняла свой блеск, достаточно раз в день чистить ее щеткой. Купать же собаку рекомендуется не более 2 раз в год. В более частых купаниях нуждаются лишь выставочные экземпляры. За исключением периода линьки, мопс сбрасывает крайне мало шерсти, что делает его идеально подходящим даже для маньяков чистоты. Помимо всего прочего, мопс еще и истинный джентльмен, старающийся как можно меньше пачкать дом, в котором живет. Мопс с раннего детства приучается соблюдать правила домашней гигиены, и многие хозяева этой собаки утверждают, что их питомец ни разу не справил на пол малую нужду. Мопс полон чувства собственного достоинства. Он не покупается ни на ласку, ни на сладость. Он сам выбирает, кому относиться с симпатией, а кому с равнодушием. И обладает такой невероятной интуицией, что хозяева мопса могут полностью положиться на свою собаку, чтобы решить, кто из посторонних заслуживает доверия, а кто нет. Из вышесказанного можно сделать вывод, что мопс обладает весьма своеобразным характером, скорее человеческим, нежели звериным. Причину этого следует искать в его многовековом пребывании рядом с человеком, на которого он стал похож физически и еще более психологически. Значительное очеловечивание этой породы, однако, не полностью зачеркнуло ее собачью сущность. Мопс сохранил повышенное чувство стайности и чувство иерархии. И в тех домах, где живет несколько особей, молодые чтят и уважают старших, если даже те никак не проявляют своего авторитета. После отнятия от груди, то есть в том возрасте, когда щенок попадает к новому хозяину, все наиболее серьезные проблемы уже позади. Однако его здоровье продолжает требовать определенного внимания. Подобно молосам более крупных размеров, мопс очень быстро наращивает мышечную массу, которая, однако, держится на пока еще хрупком, не вполне созревшем костяке. В этом возрасте очень важно контролировать кальцио-фосфорное равновесие и не допускать ошибок в рационе. Достигнув годовалого возраста, мопс становится идеально здоровой собакой и не причиняет абсолютно никаких беспокойств. Единственным слабым местом остаются глаза, которые, будучи большими и выпученными, могут легко воспаляться. Эту проблему легко решить, если ежедневно промывать глаза чайной заваркой. Щенку не следует проявлять чрезмерной физической активности, и его развитие должно быть постепенным. Взрослый же мопс, напротив, может двигаться столько, сколько ему угодно, даже если его возможности в этом существенно ограничены. Обычно он предпочитает бездельничать дома рядом с хозяином и не особенно склонен резвиться на свежем воздухе. Особи черной масти, в отличие от рыжих, имеют очень хрупкий костяк, а потому им нельзя позволять слишком много двигаться.
Французский бульдог. История французского бульдога служит вечным яблоком раздора между Францией и Великобританией. Французы утверждают, что эта порода издавна живет в их стране и ведет свое происхождение непосредственно от бульдогов или райтеров, которых разводили в качестве сторожевых собак или для ловли мышей. Британцы, в свою очередь, уверяют, что эта порода происходит от английского бульдога. Возможно, по-своему правы и те, и другие. Совершенно очевидно, что французская и английская разновидность бульдога имеют общее происхождение. Как и все малосоиды, независимо от их размеров, обе породы происходят от тибетского малоса. В ходе селекционной работы, нацеленной на выведение менее агрессивной разновидности английского бульдога, который использовался в качестве бойцового пса, появились особи меньших размеров, с кротким характером и более приспособленные к роли комнатных собак. Это мощная собака небольшого роста, компактная во всех своих размерах, с гладкой шерстью, короткой и приплюснутой мордой, прямыми ушами и от природы коротким хвостом. Французский бульдог отличается подвижностью, понятливостью, мускулистостью, компактным телосложением и крепким костяком. Голова очень крупная, широкая и квадратная. Кожа на голове образует почти симметричные складки и морщины. Мочка носа широкая, очень короткая, загнутая кверху, с широко открытыми ноздрями, под косым углом, направленными назад. Морда очень короткая, широкая. На ней заметны симметричные складки, спускающиеся до верхней губы. Губы толстые, мягкие и черные. Зубы должны быть полностью прикрыты. При закрытой пасти не должно быть видно языка. Челюсти широкие, квадратные и мощные. Нижняя челюсть описывает большую дугу, которая заканчивается перед верхней челюстью и опоясывает ее. При закрытой пасти выступание нижней челюсти, прогнатия, не так заметно благодаря изгибу ее краев. Челюсти не должны иметь боковых уклонов. Переход от лба к носу глубокий и подчеркнутый. Череп широкий, почти плоский, с очень выпуклым лбом. Надбровные дуги выступающие, отделены друг от друга глубокой бороздкой между глазами, которая, однако, не должна заходить на лоб, как у английского бульдога. Затылочный гребень развит довольно слабо. Глаза расположены низко, довольно далеко от мочки носа и в особенности от ушей. Они достаточно крупные, округлые, слегка выпученные и очень живые, имеют темную окраску. Когда собака глядит прямо перед собой, в ее глазах не должно быть заметно даже намека на белый цвет. Края век должны быть черными. Уши средней величины, широкие у основания и закругленные на кончиках. Расположены высоко на голове, но не слишком близко друг к другу и стоят прямо. Шея короткая, слегка изогнутая, без подгрудка. Передние конечности при осмотре спереди должны выглядеть идеально отвесными. Плечи короткие и толстые, с мощной, хорошо выраженной мускулатурой. Часть конечности от плеча до лапы должна быть короткой. Колено должно плотно прилегать к телу. Предплечья короткие, прямые, мускулистые и далеко отстоят друг от друга. Запястья мощные и короткие. Лапы круглые, маленькие, кошачьего типа, устойчивые, чуть вывернутые наружу. Пальцы компактные, когти короткие, большие и широко отграниченные друг от друга. Они должны быть черными у особей тигровой масти, предпочтительно темными у особей белой тигровой окраски. Подушечки стоп жесткие, толстые и черные. Грудь слегка открытая. Грудная клетка имеет цилиндрическую форму и хорошо различима. Ребра сильно закруглены, образуя форму бочки. Поясница короткая и мощная. Спинной хребет постепенно поднимается до уровня поясницы, а затем резко опускается к хвосту. Живот и бока заметно выпирают. Крестец должен быть покатым. Задние конечности сильные и мускулистые, чуть длиннее передних. Сзади и в профиле они должны выглядеть идеально перпендикулярными.
Бедро мускулистое и мощное, но не слишком округлое. Щиколотка достаточно хорошо различима, но не слишком угловатая и не слишком прямая. Плюсна крепкая и короткая. Шпор быть не должно. Лапы задних конечностей очень компактны. Хвост короткий, расположен низко на кресте. Толстый в основании и сужается к концу. Может быть винтообразным или усеченным от природы. Даже во время движения хвост должен оставаться в положении ниже линии горизонта. Шерсть должна быть ровной, компактной, блестящей и мягкой. Существует две разновидности масти – тигровая и белотигровая. Основа тигровой масти составляет рыжий окрас со средней или высокой полосатостью, как с крапинками, так и без. Допускается умеренное количество белого цвета на груди и голове. Бело-тигровый окрас состоит из белого фона с тигровыми пятнами. Под эту категорию попадают и особи целиком белой окраски. Ресницы и веки должны быть черными. Вес не должен быть меньше 8 и больше 14 килограммов. Рост должен быть пропорционален весу. Движения собаки легки и непринужденны. Конечности ставятся параллельно друг другу в средней плоскости тела. В характере французского бульдога ощутимо влияние обеих его составляющих, то есть терьера и малосоида, в результате чего он не имеет аналогов в мире собак и совершенно неотразим. Безудержная воля к жизни, безграничная бодрость и живость вполне объясняют то, почему эту породу так любят молодежь, спортсмены и дети, находящие в этой собаке надежного друга и товарища по шалости. С другой стороны, серьезность и сдержанность малосоида приводят к тому, что маленький бульдог годится в компаньоны пожилым, солидным людям, а также тем, кто нуждается в сторожевой собаке. Эта порода наделена беспредельным мужеством, что может довести ее до беды, если она примет вызов со стороны собаки в 10 раз превышающей ее по размерам. К счастью, эти собаки отличаются исключительно уравновешенным характером, хорошо осознают свою силу и умеют владеть собой, особенно если хозяин дал им хорошее воспитание. Если предоставить ему слишком много свободы, бульдог может превратиться в домашнего деспота, маленького, но своенравного. Хотя его попытки попробовать свои силы зачастую выглядят комичными и забавными, лучше с детства дать ему понять, кто истинный хозяин в семье. Как и многие малосоиды, летом французский бульдог может испытывать проблемы с дыханием, а потому необходимо следить за тем, чтобы в его распоряжении всегда была свежая вода и место, где бы он мог укрыться от зноя. Нельзя оставлять его на солнце в закрытом автомобиле. В основном это здоровая собака. Единственным слабым местом, которое является глаза. Их необходимо регулярно промывать. Важно также давать бульдогу хорошую физическую нагрузку во избежание ожирения. Определенные проблемы у собак этой породы бывают при рождении, так как щенки появляются на свет с очень большой головой и нередко приходится прибегать к кесарево сечению. У собак этой породы, несмотря на небольшие размеры, тяжело проходит период роста, так как еще слабый костяк щенка должен держать быстро набирающую вес мышечную массу. Поэтому правильный рост имеет исключительное значение.
Хозяин должен обращать внимание буквально на все: на рацион, прививки, физические упражнения и так далее. Любая ошибка в период роста щенка может отрицательно повлиять на все его будущее. Поэтому брать щенка следует только из надежных рук, когда есть гарантия, что его развитие проходило нормально. Молоссы уменьшенного формата обладают неотразимой привлекательностью. Крошечный шарпей кажется сделанным из резины. А щенки мопса и бульдога обладают столь выразительным взглядом, что появляется желание осыпать их ласками. Не следует, однако, брать первого предложенного вам щенка. Лучше обратиться к опытному собаководу, который выберет собаку, действительно подходящую для вас. Хороший собаковод способен точно предсказать будущие физические и психические характеристики собаки уже в ее 2-3-месячном возрасте. Вы лишь должны четко изложить ему то, чего ждете от собаки. Если вам нужен выставочный экземпляр, так и скажите. Будьте столь же честны и в том случае, если ищете комнатную собачку для пожилого человека. В этом случае не имеет смысла выбирать особь или щенка изысканной масти. Достаточно, чтобы собака была как можно более спокойной и доброй. Если вы обратитесь за щенком в заслуживающую доверие организацию, то наверняка получите здоровое животное с санитарной книжкой и соответствующими отметками. Тем не менее, вам придется позаботиться о последующих прививках и регулярных анализах кала, так как от внутрикишечных паразитов невозможно избавиться одноразовой процедурой.